И всю жизнь учителя вручную проверяли домашку, а теперь будет машина проверять, ну, если это все утвердят. Вот скажите, вы за или против? А учителя тогда чем будут заниматься? Математику, наверное, можно проверить, а там сочинение, как машина проверит. Наверное, машина должна помогать. Ее же для этого и сделали. То есть у учителя, наверное, должны быть помощники в виде машины. А она уже, учитель уже пусть определяет, что проверять сама будет или сам, а что машина. Ну, конечно, тяжелая работа. Может, машина легче будет, не знаю я в этом. Если разгрузит их, то хорошо. Лишь бы и детям было полезно тоже. Почерк-то разный у детей, как проверять это будет? Когда вот был у нас коронавирус, люди дома сидели целый год, детишки, до школы не ходили. Ума не прибавилось, я думаю, за это время. Потому что, ну, или когда на тобой сидит учитель, правильно, заставляет. А здесь будет машина бездушная, которая... Потому что он же, учитель, когда смотрит тетрадку, значит, да, он знает, что ребенок усидчивый, правильно, соображает. Но опечатка, может, ну, всякое может быть, проскочила. А машина автоматически шлеп, 3-2, все, правильно? Индивидуальный подход у каждого учителя, конечно, каждому ребенку. Да. А зачем? Потому что ребенок знает, во-первых. Во-вторых, учитель прочитал эту работу, она уже понимает, о чем ребенок говорит. А лучше разгрузить учителей от вот этих писанин, когда они сидят, эти планы на уроке пишут и время свое теряют. А почему нет? Мне кажется, у них будет больше времени придумать для детей что-то поинтереснее на уроках. И я как программист скажу, что все задачи можно ввести в компьютер. И все возможные решения можно ввести в компьютер. И пользователь, то есть ученик, может полностью задачу указать, ну, прописать, как он ее решал. То есть когда вручную проверяет учитель, он же требует не только результат, не только цифру 5, ну, ответ в смысле, но и само решение. И это тоже все можно ввести в компьютер. Единственное, что ученикам нужно будет научиться, ну, работать на компьютере, это обязательно в нашем мире современном, это наоборот здорово. И ученику нужно будет научиться писать точку, запятую, определенный формат, да. И тогда это и ученикам будет дополнительная дисциплина. Домашние задания – это всего лишь фиксация материала, который вы научились у учителя.